И я тоже. Давай, Николай. Дорогие друзья. Дорогие друзья. Паша, записывай. Оль, а вот ты-то сядь и не мешай. Дорогие друзья, я заранее, конечно, приношу свои извинения, но это же народный фольклор. Здесь собрано все. Мы готовы. 13 слов простых, остальные все матом. Так, извиняйте. Кто стесняется под стол? Да. Сколько всего слов? Нет. Александр Сергеевич Пушкин. Записывайте. Есть сказки для взрослых. Он говорит, сказать, это не матерные слова, а табуированный язык. Вот. Так что, сказать, табуированный. Да, табуированный. Понятно. Так что, сказать, вот. Ну и так, значит, в тему. Как раз в тему. В лесу однажды был огромный сбор. Да, все-таки я в школе работаю. Попал зайчишка доходяга к ежу на выпивон. И до того там нализался, что начал шкодничать и во хмелю на стол забрался. Я старый вор, я урка, я бунтарь. Я в рот ебал любую тварь, а вы засранцы. Иду домой, тушь-ешь к нему с вопросом. Хоть я не приглашал таких засранцев, я хуй ложил на самозванца. Хочу тебя предупредить. В лесу тебе хотят пиздянок подвалить. И лев тебя там хочет немножко покурочить. А, вы мазу терпите за льва под юки. Я в рот ебал вас за такие штуки. И начал он по-разному орать. Льва начал пидорасом обзывать, говном и всякими словами. Затем сказал, что в рот он всех ебал и в ближнюю пивную побежал. Взял 300 грамм, две кружки пива, ерша дермазнул сходу на удивление народу, в лесу с лисицею съебался и к вечеру на льва нарвался. Лев вел шалаву ставить ей пистон. Тут заяц стал к нему атанды предъявлять. Ну ты, чернушка, самозванец, я в рот ебал тебя, засранец. Лев охуел. Ебёна мать, какой-то клоп задумал в рот меня ебать. Да я схаваю тебя, как бутерброд. Косой кричит, хуй в рот. Сейчас как хвачу, ебало на бок сворачу. Лев заорал, попробуй тронь. Косой кричит, а хули пиздану. И ёбнул льва по скулу дрыном. Лев кинулся в врага, но было поздно. Зайчишка свистнул. И тут вся кодла прибежала и льву таких пиздянок надавала, что он с дороги той свернул и живо в Африку хуйнул. Мораль у вас не такова. Зайчишка с кодлой хуй ложил на льва.